Здравствуйте, меня зовут София. Я открою вам один из секретов, как сделать настроение новогодним. Нужно смастерить новогодние игрушки своими руками и спрятать в них пожелания родным и близким. В новогоднюю ночь пусть каждый достанет пожелания и прочитает их. Поверьте, все будут радостные и счастливые. Привет, меня зовут Андрей. Чтобы к вам побыстрее пришло настроение, надо загадывать желание. Вот время. 11 часов 11 минут. Закрывайте глаза и загадывайте желания. Вот вы стоите между людьми с одинаковыми именами. Хватайте их за руки и загадывайте желания. Вот угадали, с какого глаза упала ресничка. Тоже загадывайте желания, и будет вам счастье и новогоднее настроение. Если на дворе сугробы, а на речке прочный лед, значит, старый год уходит, скоро Новый год придет. Привет, меня зовут Ярослава. Взрослые говорят, что этот год был сложный, и нет никакого праздничного настроения. Но нужен настрой всегда можно создать самому. И для этого всего-то нужно спеть любимую новогоднюю песню. Да так громко и весело, чтобы захотелось водить хоровод вокруг елки. Обязательно попробуйте.